Инициативная группа жителей домов на пересечении Аэродромной и Авроры предложила продлить благоустроенную аллею по улице Аэродромной. Они отметили, что рядом с их домами есть несанкционированная парковка, убрав которую, можно продолжить преображение улицы. Елена Лапушкина дала поручение главе Советского района и руководителям профильных департаментов провести выезд на указанный участок и на месте принять решение вместе с жителями о дальнейшем развитии территории. Есть полномочия у полиции пресечь незаконную деятельность. Поэтому здесь надо нам с полицией договариваться. Но блоки нам ничто не мешает убирать. И повесить объявление, что данная стоянка незаконна. Да. Да? А вот территория планируется к благоустройству. Еще один вопрос касался предоставления жилья по социальному найму маме с ребенком, которые раньше проживали в доме, признанном аварийным. Женщина получила денежную компенсацию, но так как семья малоимущая, купить новое жилье пока не могут. На встречу с главой пришла только знакомая, которая передала просьбы нуждающейся. Глава Самары предложила варианты решения вопроса, но отметила, что хотела бы лично встретиться с женщиной, которая направила обращение. Готова ее поддержать, но нужно это делать все по закону. Мне бы хотелось все-таки встретиться с ней. Мне нужно понять позицию ее. Главе города обратился мобилизованный, который в настоящее время с семьей снимает квартиру и не может оформить прописку. Департамент управления имуществом Самары предложил решение, которое подошло заявителям. Семье будет предоставлено жилое помещение в одном из муниципальных общежитий города. Елена Лапушкина поручила взять на контроль этот вопрос, помочь с оформлением необходимых документов и прописки. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.